Сегодня по столичному региону прокатился мощный антициклон. Зной и духоту ненадолго сменили шквалистый ветер до 20 метров в секунду, дождь и грозы. Так называемые атмосферные качели начались с понедельника и продолжатся до конца недели. В период ухудшения погодных условий жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома, не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.